Как советы оценивали первые королевские тигры? Эти инновационные на тот момент немецкие элитные танки были захвачены советскими солдатами в качестве трофеев в августе 44 года. Их быстро доставили на полигон для изучения. Советские инженеры были потрясены. Некоторые части танка могли похвастаться толщиной брони до 155 мм. Однако выяснилось, что броня была изготовлена из некачественного металла. На испытаниях «Тигр-2», он же «Королевский», с трудом мог проехать всего 35 километров. Инженеры раскритиковали его громоздкую трансмиссию и гусеничную систему, а больше всего их разочаровал чрезмерный расход топлива.